Вот едет автобус Междуреченска. Там еще один стоит на парковке у столовой. Вот наш автобус. Едем в Акимат. Сколько у вас женщин? Сказали же, у вас 5 женщин. Да. Но если одна женщина ляжет с вами, с ребенком, неужели страшно? Он гостиница. Привезли нас. За наш счет, за наш счет, да, в гостиницу нас подвезли. Да мне сказали, что за их счет. Серьезно. Ручка у вас упала. Ну вот как-то так. Не знаю, сейчас посмотрим, что дальше будет. Пока вроде что-то, какие-то меры есть. Но не того, что нам охота. Вот. По фэншую, не по фэншую. Пассажиры, водителя. Вон, где тут ревизор, смотрите. Ревизор? Да.